Всем привет, друзья! Посмотрите на эту красоту, отличный вид, прекрасно. В какой красивой стране мы живем, какой красивый город. Ах, да. Сегодня наша тема будет о том, что есть до тренировки и после тренировки. Многие люди у меня спрашивали, и поэтому я снимаю видео. Надеюсь, у меня лицо нормально видно, потому что на фоне неба, скорее всего, оно черное. Вот, ну ладно, зато вид красивый, правда? Короче, что нужно есть до тренировки? Лично я ем до тренировки углеводы, сложные углеводы. Это макароны, это каши, это рис и так далее. Вы поняли, да? Обычно я ем с чем-то, например, с белковым, да? То есть котлета, либо курочка, грудка. Макароны с грудкой обычно я ем. Да, в принципе, моя диета не отличается как до тренировки, так и после, но сейчас мы рассмотрим. До тренировки едим углеводы, проходит 1,5-2 часа. На тренировку можно идти только через 1,5-2 часа. Почему? Потому что углеводы ваши должны перевариться. Что такое углеводы? Углеводы – это энергия, с помощью которой наши мышцы будут более эффективно работать и будут более продуктивными. Естественно, тренировка наша будет также более продуктивной. Поэтому кушаем, например, макароны те же самые, как я это делаю. Проходит 1,5-2 часа, обычно я через 2 часа хожу. Проходит 2 часа, идете на тренировку, тренируетесь. Обычно я тренируюсь 45 минут, прихожу домой. Проходит полчаса. Обычно после тренировки нужно кушать через полчаса и до часа. В это время открывается максимально углеводно-белковое окно. Что такое белково-углеводное окно? Белково-углеводное окно – это когда ваш организм может потребить максимальное количество белков и углеводов. То есть вы потренировались, и у вас открыто белково-углеводное окно. Долбанный трактор меня задолбал. Уедь отсюда! Короче, белково-углеводное окно – это отличная вещь, потому что после тренировки она вмещает очень много белков и углеводов в организм, гораздо больше, чем обычно. Вот, и поэтому это очень продуктивная тема, и поэтому всегда после тренировки нужно кушать. Советую кушать после, ну, спустя полчаса после тренировки. Что есть? Я ем обычно тоже углеводы и белки. Зачем это нужно? Углеводы, чтобы восстановить энергию, опять же, потому что во время тренировки вы ее потратите. Естественно, до тренировки вы кушаете углеводы для того, чтобы у вас энергия была на тренировку, да? Она заканчивается тоже. И потом нужно кушать снова, чтобы восстановить свою энергию на остаток дня. Вот, кушайте углеводы, можно те же макароны. Я советую разнообразить пищу вашу. Например, до тренировки кушаете рис, а после тренировки едите макароны и грудку, да, там, вот, это стандартная еда, которую я обожаю, вот. Кушайте макароны, грудку, и все будет хорошо тогда. Вот так вот, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Надеюсь, вам понравилось это видео. Увидимся в следующем выпуске. Пока.